Да, ну и продолжаем нашим любимым и о любви. Конечно, как не спеть Владимира Семеновича Высоцкого песню «Скалолазка моя, альпинистка моя». Я спросил тебя, зачем идете в горы? Откажи мне шла, а ты рвалась в бой. Видел брус из самолета, видно здорово. Рассмеялась и возила с собой. И с тех пор ты стала близкой и ласковая, альпинистка моя. Скалолазка моя, каждый раз меня из пропасти выискивая, ты ругал меня, альпинистка моя. Ну а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой, а я нахваливал, получил я две короткие затрещинки. Но не обиделся, нет, а приговаривал: вы какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя. Каждый раз меня из пропасти выискивает, ты ругала меня, альпинистка моя. За тобой тянулся из последней силы я, до тебя уже, а мне рукой подпяк. Вот сейчас залезу и я и скажу: довольно милая. Ну тут сорвался вниз, но успел сказать: ох, какая ж ты не близкая и не ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя. Каждый раз меня из пропасти выискивая, ругала меня, альпинистка моя. Хай живе кохання! Теперь с тобой одной веревкой связанные, стали оба мы скалолаза. Владимир Семенович Высоцкий, «Скалолазка моя». Хай живе кохання! Ой!
группа. Там, «Хай живое кохание». И тут, конечно, не хватало по Чарли Чаплиновски упасть, завалить все микрофоны, чтобы сверху упал компьютер и обесточилась связь.